Три. О, какое мы хорошее место нашли, скажи, да? Прям хорошее. Красивое место. Ага, черепашки плавают. Да, водоросли. О, а вы уже тут? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Слаймик и мой друг Егор. Егор, поздоровайся. Хей-хей, меня зовут Егор Плей. Сегодня мы играем на сборке. Ой, как называется, я забыла, эта сборка. А фиг его знает, ничего страшного. Что он говорит? Привет, путники, я являюсь создателем данной карты. Я хотел бы тебе сказать о правилах на этой карте. Запрещено переходить в другой игровой режим, кроме приключений. Я уже прочитала. Проходить нужно... А, все, окей. Все? Ай, нажимаем на эту кнопку. Ой, сори, сори, сори. Ой, блин. Охранник, ух ты! тут, Здравствуйте. тебе тут не место. Допустим. Ступай своей дорогой. Мы где мы заспавнились? А, О, я не о. знаю, куда. Извините, не понимаю. На этом и шутки такие не расширяются. Кстати, зачем пришел? Нет, я еще тут расширяюсь, что ли? Ну, спасибо, я побежал. Все. Пошли за мной, пошли за мной. Я про я просмотрю. Фред. Фред. Потом Такой. законы с ним расскажешь. Скрытый какой-то. Незнакомец. Пошли сюда, Мих. Раненый. Охранник. Так. Слушай, Вот сюда пошли. Так. О, охрана, охрана. Смотри, кто он. Главный ученый. Привет, Фред, сказал, что ты пьешь трибун. Ясно же, я сейчас пойду возьму. Так, поторопись. А где Фред? Ого, тут монстры. Тут какие-то монстры. Стой, погоди. Стой, погоди, тут лесенки какие-то есть. Нет. Я тоже его вижу. Стой, здесь какая-то кнопка есть. Тут нужно, скорее всего, спуститься. А нет, стоп! Вот мы к Фреду можем подняться. Давай, я поднимаюсь к Фреду. Фред, я знаю, что ты понял. Вот у тебя задание. Так, бери сражение, весь король, 7, 9, 1, 2. Иди в главную ученую. Так, блин, а тут только на одно было сражение у них. Ну... Нет, мы... Давай, давай так, если что, еще найдем. Да нет, давайте там, потому что ты не вывезешь, монстров, которые там. Ладно, я снизу, я снизу. Ребят, простите, да, простите, но, понимаете, мы же вдвоем. Поэтому вот так вот. Давай. Нам поэтому вдвое нужен ресурс. О, кстати, рюка. 16 чипсиков. Один факел. Гаечный ключ. И 10. Здесь сейчас, выдам тебе аптечку. Дальше. Раз. Три, четыре, пять, шесть. 8 стаков ты имел в виду патронов, да? Так, ну что, давай. А, точно, точно. Так, да, да, хорошо. Одна миссия будет свет зимняя, там сможешь найти всякие артефакты и так далее. И старайтесь найти как можно больше, но не забывай, там могут быть всякие твари. Удачи тебе. Так, смотри, допустим, спустились. Так. Дай. А я не могу стрелять.
Не могу почему-то стрелять. Да, нажми на G. А, ладно, на G. Ой, блин, блин. Допустим, нажал, и что? Я случайно свои патроны выбросил. И как мне выбраться отсюда? Где вот тут? Нажми клавишу, нажми на русскую P, и ты сможешь. Ты сможешь. Я на постреляю, стрельну теперь. Стрельнуть? Не могу. Еще раз нажимаю. О! На R нажми. О, все. А то золото уже боксы. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. О, стой, а я нашел нить, вдруг понадобится. Реально. О, паровоз. Тут паровоз целый. А нет, это не паровоз. Нить собираем, вдруг пригодится. Стой, погоди! Тут какой-то код. 0391. 0391 там написано. 0391, сейчас запомню. Короче, было несколько рубинов, все такое там. Нить собираете, сказал, вдруг пригодится. О! Это я нажал на плиту там. Фред, я охранник. Охранник. Выздоравливайте. О, сейчас наконец. Что со мной случилось? Да ты сознание потерял, когда все переманило. Понятно, короче, мы сознание потеряли. Пошли пока что проверим все. Мистер, это не вам сладко. Вахтер, да, все, вахтерся. Задолбали, терапевт в 351 кабинете. Здравствуйте, терапевт, первый врач. Да, не сядьте сюда. Так, что вахтерся. Простите, что? Еще, давайте рассказать, что с вами случилось. Зачем пришли? Я с ней потерял после миссии. Вот, пошел к вам. Это очень хорошо. Стой! Я к тебе не могу пройти обратно. Я на плиту случайно наступил. Какую-то. Я на плиту наступил, и я к тебе не могу пройти. Походу, барьер. Сейчас немножко стучу. А он обратно ставит. Них. Да. Загаси. Его загасить, ты говоришь? С удовольствием. Ну не загаси. Снимешь шприц какой-то выпал. Снимешь шприц. Стой, попробуй меня. Попробуй меня убей. Убей меня, попробуй. Два меня. Давай ты меня уже. Два меня, давай просто. Все отлично. Давай быстрее подбирай. А, ты что, да, как раз. Поднимай. Есть. Поднял. А. Тут не подняться. Блин, у тебя еда есть? Еда, да немного чипсиков есть. На, поешь чипсов. Да. Мне тоже мало еды. Ну, ладно. Это одно малюсенькое читерство. Ну, тем более, тут никто не проберется. Ё-моё! Просто, они уже сейчас туда. Зомбак! Давай быстрее лечи. Ну, у меня плохо,
Они реально две головы. Вот именно. Тра-т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 а. Блин, у меня патрончики закончились. Сколько мне ломайте? Достал закрашиваю боль всех. А, стоп. А, стоп, а как? Я сейчас закрашу. Так у меня вообще еды нету. У меня еды нету. Дай, пожалуйста, еды. Серьезно? Я лучше да. Чипсов уже поем. Я дверь поставил обратно. На, эту схавай. Что? У меня чипсы. У меня последняя пачка чипсов. Все. Я получу какая-то плотина за фильм. Пароль. Не больше, будем восемь. Это сюда пароль. Нет, 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 это не только. Что еще раз? Уходи, меня уже не спасти. Стой, вот здесь вот. Возьми, 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 возьми. Это нам пригодится очень сильно. Просто выживаем их с тобой как можем. Так, давай, давай, открывай, 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 только у тебя пароль. Тут есть, ну, тут, ну, есть, водочка, да, виски. Да, давай, давай, давай. А мне надо быстрее снять, давай. Вот и виски. Эту дверь открой! Дверь открой, блин! За Донбасс ты! Ёпарас, это! Я случайно открыл им! Сори, случайно! Взятый, вот, это не тяпка, о, ё-моё, головокружение на 3 минуты, пофиг. Ну вот нам туда и не нужно, в принципе. Открой дверь, вот тут дверь есть. Что? А пароль какой? А пароль какой, скажи, пожалуйста. Пароль. Сейчас сама. Ты куда? Пепси? Давай, Пепси. Я сейчас маму просто возьму. А. Простите, ребят, вы сами поняли, ничего, я не стала нажать. Вот, таблетка для головокружения. Да, я нашу таблеточку возьму на себе, пожалуйста. Две наших любимых штучек. Какие? Так, смотри, это твое, это мое. Че? Таблетки? Ну ладно. А, да так открой мне дверь! Открой мне эту дверь! Мне эту дверь! Открой! Открой! Потом открою. Не потом, а сейчас. Ладно, я как раз пока что перезаряжусь. Так, давай. Трам, бам, бам. Ты что, нам бронь нашел? Открой! Сори, я... Ну открой ты! Да ща, открой! Да! Да будет идти данное снаряжение. Пароль от... Пароль от охраны 3300. 3300, окей. 3-3-0-0. 0-0. Короче, знаете, патроны для калаша, они мне не нужны. Почему? Мне просто ничего нельзя. Не нашел. Что ты нашел? Это себе на. Да что ты нашел там? Так, 60.
Уф, уф, уф. Давай, давай, через окошечко. А, через окошечко не получится. Ты сказал, через окошечко? Да, как через окошечко? А, слушай, а реально, может, через окошечко же. Мы не будем выходить. Когда мне выходить за карту? А? Какой пароль? Пароль! А? А, да, понял. Зачем? Уф, сколько всего, уф, сколько всего, так. А, это барьер. В смысле, реваешь? А. Ты куда? А, вот ты где. О, водитель, 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 что ты говоришь? А Миша, типа, да, вы ничего не видели? Вы ничего не видели? На всякий. А я могу с помощью КР-чика сломать просто этот? Бабах. Бабах. Да. Конец. Как конец? Конец. Ну ладно. Ну что, дорогие друзья мои, дорогие мои подписчики, Егорина и... Так, да. А, сейчас. Эта серия подходит к концу, потому что сегодня выйдет вторая часть. Да. Ля-л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 я. Ну что, вторая часть, возможно, выйдет скоро. Возможно, нет. Но вы просто ожидайте. Да. И всем пока-пока. Да.